Так, вот тут хэллоуинская тематика, значит, такие печеньки с ужастиками. Печеньки с гробиками. И началась подготовка к Хэллоуину. Всякие страшилки. Кукольный театр страшилок. Отделки всевозможные для чумелых ручек. Там сладости такие всякие специфические, а-ля мешочек с кровью, всякие ужастики тут. Шоколадки обычные. Тут грубики со скелетиками. Так, ведерки со страшилками. Коробочки всякие симпатичные для подарков. Корзинки, наверное, для сбора конфет. Чупа-чупсы в виде глаз. Затем, что это такое, типа, мешочки тоже, видно, для конфет такие, в виде паутинки. Всякие наклейки. Пошли подарочные пакетики такие, очень хэллоуинские. Тут атрибуты всякие для хэллоуинского карнавала. Sorry. Всякие шляпы для хэллоуинского карнавала. Плащи. Очки, перчатки. Тут всякие страшилки, скелеты, наклейки всевозможные. Прям скатерти окровавленные. Со всякими страшилками, люстры, ну, короче говоря, тут, наверное, не меньше, чем на Новый год всевозможных штукенций.
конечно, огромное количество всяких скелетов, чудищ и страшилищ. Привидений. Всего, чего хотите. Скелетов каких. И собачьих, и кошачьих, и человечьих, и лягушачьих. Всевозможно. Ну, тут опять карнавальное всякое такое. Больше детское. Тут футболки. Дофига всего. Кубики хэллоуинские. Всякие формы для выпечки, кексиков для Хэллоуина. Посуда такая, ну, в основном пластик. Привиденица мне нравится. Такое забавное. Ну и, конечно же, тут всякие чудища-страшилища. Такие веселенькие. Осенние такие. Перчаточки тут. Тоже такие тематические. И тут такие замечательные куколки хэллоуинские. Тыковками. Ой, какая салатничка прикольная. Жаль, что пластиковая. Для конфеток самое то. Ой. Это декоративная. Я думала, это леденцы. А это такие осенние декорации. Такие маленькие.